Туберкулез – это социально значимое заболевание, вызываемое микобактерией туберкулеза человеческого и бычьего типов. Источником заражения служит больной человек, который при кашле, чихании, разговоре выделяет микрокапельки так называемого бактериального аэрозоля, в котором содержится микобактерия туберкулеза. Эти микрокапельки достаточно долго могут сохраняться в окружающей среде, если не попадают под влияние прямого солнечного света. Однако, попадая на поверхности, они за счет феномена адгезии, то есть прикрепления микробов к поверхности, уже не могут служить источником заражения. Таким образом, туберкулез передается только воздушно-капельным путем. То есть человек, находясь рядом с источником бациловыделения, с больным человеком, оказывается в риске быть инфицированным. Контакт должен быть достаточно продолжительным по времени для того, чтобы появился риск заболеть. То есть, как правило, это 8 часов должно пройти как минимум. Поэтому инфицирование в лифте, в общественном транспорте практически минимально, риск такого инфицирования стремится к нулю. Также практически нулевым является риск нахождения в помещении, которое покинул пациент больной туберкулезом. Особенную опасность бациловыделители представляют для членов своей семьи и сотрудников, с которыми они проводят большое количество времени. Эти люди находятся в группе риска, это так называемые семейные и профессиональные контакты. Туберкулез, попадая в организм человека, развивается не сразу. Это микроб с достаточно медленным ростом. Поэтому от момента попадания в организм до момента развития заболевания проходит от 3 недель до 6 месяцев. Срок достаточно длителен. В связи с этим человек может не подозревать, что он болен. К тому же клиническая картина туберкулеза на ранних стадиях особо не отличается от картины стандартного респираторного заболевания. То есть это слабость, это повышенная утомляемость, это кашель. Что может насторожить? Это длительный упорный кашель, который сохраняется дольше 3 недель. Такой кашель, конечно, требует настороженности в плане туберкулеза. Также температура тела, которая держится в пределах субфебрильных цифр, то есть это 37,5-37,6, достаточно длительный период времени. Характерным еще симптомом является ночная потливость, то есть обильное потоотделение преимущественно в ночное время. Наши пациенты замечают это, жалуются на это, но все равно длительное время могут не обращать на это внимания. И выясняется это постфактум, то есть уже по факту обращения в диспансер. Вот. Такие люди зачастую попадают в первую очередь к семейным врачам с диагнозом бронхит, частые ОРВИ. Если это дети, то дети иногда начинают вести себя не совсем типично. У них появляется повышенная утомляемость, снижение привычной физической активности. И ребенок, который ранее был активным, занимался в секциях спортивных, ходил на танцы, он вдруг отказывается от этого всего, абсолютно не мотивированно. Это могут быть жалобы на головные боли, рассеянность у детей, то есть довольно-таки неспецифическая симптоматика, что позволяет достаточно долго не мочь заподозрить этот диагноз. Таким образом, мы должны всегда помнить о потенциальной угрозе туберкулеза, тем более, что у нас в стране с 95 года превышены эпидемические показатели, и каждый из наших граждан оказывается в группе риска в тот или иной момент. И важно помнить, что если есть какие-то красные флажки, затяжной кашель, температура, повышенная утомляемость, то имеет смысл обследоваться на туберкулез, даже если вроде как бы последнее время ничего не беспокоит, вот, ну, кроме таких вот неспецифических симптомов. Вот. Туберкулез внелегочной, то есть костей, суставов, чаще манифестирует более ярко, чем легочные формы. И, в принципе, диагностика этих форм не особо затруднена. Такие люди попадают к профильным специалистам, то есть к травматологам, к гинекологам, к офтальмологам. И при осмотре, при буквально первом первичном обследовании, этот диагноз удается установить очень быстро. Вот. В отличие от легочных форм туберкулеза, которые наиболее распространены у нас в стране.
Мы разделяем туберкулез на внелегочной, это конкретного органа или системы, туберкулез костей, туберкулез почек, туберкулез сустава, туберкулез глаз и легочной туберкулез. Легочной делится на несколько подвидов, скажем так, несколько форм в зависимости от того, насколько поражено легкое. Очаговый туберкулез – это точечное поражение в пределах 1-2 сегментов легкого. То есть это малая форма туберкулеза. Она, как правило, бывает у людей, которые рано выявили, вовремя обратились, вовремя спохватились. Эта форма, как правило, не сопровождается бациловыделением, и такой человек эпидемически не опасен, то есть он не может никого заразить. А следующая форма туберкулеза – это инфильтративный туберкулез легкого. Здесь, как правило, поражается уже больший участок, и поражение это не точечное, то есть может быть поражена одна доля легкого, несколько сегментов. Альвеолы легкого заполнены воспалительной инфильтрацией, на фоне которой может начаться разрушение кусочка легкого, это так называемая деструкция, то есть полость распада. Конечно же, такая форма уже менее благоприятна и довольно-таки часто, примерно в процентах 60 случаев, сопровождается бациловыделением. То есть этот человек уже может иметь возможность заразить окружающих и представляет для них эпидемическую опасность. И есть еще такая форма туберкулеза, как диссеминированный туберкулез легких. Это распространенное поражение всех органов и систем. Ну, мы фиксируем поражение легких рентгенологически, но эти же туберкулезные очишки при диссеминированной форме, они присутствуют и в печени, они присутствуют и в селезенке, то есть во всех органах и системах. А для детей есть еще одна очень опасная, актуальная форма, это туберкулезный менингит. Как правило, он развивается у детей непривитых, которые имели контакт с бациловыделителем. Туберкулезный менингит – это поражение оболочек головного мозга. Это тяжелая форма туберкулезного процесса, которая часто приводит, к сожалению, к летальным случаям. Но мы сейчас имеем возможность предотвращать развитие этих форм вакцинацией у маленьких детей, а у взрослых людей своевременным выявлением и лечением. То есть мы не допускаем до перехода очагового или инфильтративного туберкулеза в осложненные формы, в туберкулезный менингит. Диагностика туберкулеза включает в себя рентгенологические и бактериологические методы обследования, но начинается все очень прозаично с анкетирования опросника у семейного доктора. Поэтому каждому человеку важно помнить, что раз в год, даже если его ничего не беспокоит, он должен прийти к своему семейному доктору на профосмотр и заполнить анкету-опросник, которая выявляет факторы риска развития туберкулезного процесса. Далее, если у человека имеются факторы риска и семейный доктор имеет основания заподозрить туберкулез у такого человека, либо если у человека есть жалобы, с которыми он приходит, мы направляем человека на дообследование. Рентгенологические методы обследования выявляют изменения в легких и в других органах и системах, которые поражают туберкулез. Это обзорный рентгеновский снимок в двух проекциях. Сейчас ведущую роль занимает компьютерная томография, потому что она обладает большей разрешающей способностью и позволяет увидеть изменения в легочной ткани диаметром от 1 мм. То есть это достаточно информативный метод, который сразу же отвечает на много вопросов и позволяет дать исчерпывающую картину поражения. Также существуют бактериологические методы обследования. Это анализ мокроты, либо других биологических жидкостей. Если мы, например, имеем основания заподозрить туберкулез почек, это будет моча. Если это туберкулез нервной системы, то есть мозговых оболочек, это будет ликвор, то есть спинномозговая жидкость. Но зачастую мы, конечно же, обследуем мокроту. В общей лечебной сети семейный доктор имеет возможность обследовать мокроту мазком, то есть обнаружить в мазке микобактерию туберкулеза. Существует специальный метод окрашивания по Цилю Нильсону, который дает возможность четко определить, что да, это именно эта бактерия присутствует в выделяемой мокроте. Если у человека есть
основания заподозрить туберкулез, его отправляют на дообследование в тубслужбу, где существуют уже более подробные методы обследования, более, скажем так, информативные. Это обследование мокроты на молекулярно-генетические тесты, то есть GeneXpert. Он позволяет не только установить наличие микобактерий туберкулеза в организме, но и чувствительность ее к одному из ведущих противотуберкулезных препаратов рифампицину. То есть мы сразу получаем ответ на два вопроса. Первое, присутствует ли микроб в организме человека, то есть действительно ли это туберкулезный процесс. И второе, чувствительный ли это процесс, либо это резистентный туберкулез, не подлежащий лечению препаратами первого ряда и требующий индивидуальной схемы лечения. У детей в диагностике используется проба Мантун. Она производится не всем детям, она производится детям, у которых имеются факторы риска. Если педиатр либо семейный врач имеет основание заподозрить, что у ребенка есть факторы риска по туберкулезу, его направляют на пробу Манту. Это кожная специфическая проба, вводится туберкулин внутрикожно и отслеживают реакцию организма ребенка на туберкулин. Существуют четкие критерии, которые позволяют установить: проба отрицательная, это значит, что ребенок здоров, проба сомнительная, это значит, что ребенок нуждается в дообследовании, и проба положительная, это высокий риск того, что ребенок болен туберкулезом, либо микобактерия туберкулеза циркулирует у него в крови, то есть есть латентное тубоинфицирование. Также существует квантиферроновый тест. Это тоже очень достоверное исследование, к сожалению, у нас оно представлено только в частных лабораториях, это SmartLab, это DILA, это Cineva, потому что, к сожалению, наше государство не может ввиду его стоимости предоставить широкой общественности бесплатно это тестирование. Поэтому оно делается в частном порядке, но является также информативным и позволяет установить наличие латентного тубоинфицирования, то есть циркулирование микобактерий туберкулеза в крови, либо заболевание у ребенка. Для лечения туберкулеза используются противотуберкулезные препараты. Они делятся на препараты первого ряда. Это наиболее эффективные препараты, которые обладают бактерицидным действием, то есть они убивают палочку туберкулеза, и наименьшим количеством побочных эффектов. И препараты второго ряда. Они используются для людей, у которых палочка туберкулеза устойчива к препаратам первого ряда. Это так называемый туберкулез полирезистентный, если есть устойчивость к одному или двум препаратам, мультирезистентный ко всем препаратам первого ряда. Существует также туберкулез с расширенной резистентностью. Это ситуация, когда туберкулезная палочка устойчива, то есть она не реагирует, ее не убивают препараты ни первого, ни второго ряда. Такие люди лечатся индивидуальными схемами, но, к счастью, их количество уменьшается с каждым годом, благодаря раннему выявлению и контролируемому лечению, которое используется у нас в стране. Лечение туберкулеза в 90% случаев амбулаторное, то есть пациент может лечиться, находясь на дому. Препараты таблетированные. Ни один из наших препаратов не вводится первого ряда, не вводится в виде парентеральных форм, то есть это все таблетки. Пациент, который выделяет микобактерию туберкулеза в мокроте, опасен только 2-3 недели от начала лечения. По факту он представляет опасность до того, как у него диагностировали туберкулез, потому что он ходит и не знает о том, что он потенциально заражает людей. Как только лечение начато, через 2-3 недели микобактерия туберкулеза теряет свою способность к вирулентности, то есть она уже не может никого заразить, даже если при этом в мокроте еще определяются туберкулезные палочки. Поэтому пациент, если он не является бациловыделителем, он может с самого начала получать препараты на дому под контролем семейного врача. Если же пациент является бациловыделителем, то до месяца, на 2-3 недели, как правило, его госпитализируют в противотуберкулезный стационар, где он начинает терапию, а далее выписывается на амбулаторное лечение. Препараты первого ряда – это изониазид, рифампицин, пирозинамид и этамбутол. Они назначаются в дозировках согласно весу тела больного, и пациент принимает их согласно рекомендованной фтизиатром схеме.
Препараты второго ряда, ну, их уже значительно больше, и подбирается схема индивидуально в зависимости от индивидуальной чувствительности микроба конкретного пациента. По результатам обследования бактериологического мы выявляем, каким препаратом палочка чувствительна, и именно эти препараты в определенных комбинациях и назначаются пациенту. Лечение чувствительного туберкулеза занимает 6 месяцев. 2 месяца интенсивной фазы и 4 месяца поддерживающей фазы. Лечение резистентного туберкулеза занимает от 12 до 20 месяцев. Туберкулез полностью излечим. Единственное, что нужно знать и понимать, что лечение должно быть непрерывным, регулярным. То есть пациент должен принимать препараты от начала назначения и до конца. По окончанию лечения пациент здоров, то есть в его организме не остается жизнеспособной бактерии, и тубслужба наблюдает за ним на протяжении 3 лет, то есть пациент ходит на контрольное обследование. Далее он живет обычной жизнью, то есть это не хроническое заболевание, это не то заболевание, которое переходит в вялотекущую форму, там залечивается, как у нас любят говорить, то есть туберкулез полностью излечим. Важно помнить, что лечение ни в коем случае нельзя прерывать, потому что если пациент лечение прерывает, то микроб формирует устойчивость к препаратам, которыми его лечили, и мы получаем резистентную, мультирезистентную или полирезистентную форму. И, конечно же, последующий эпизод лечения уже будет более длительным и гораздо менее эффективным. Ввиду особенностей иммунного ответа, вакцинация, которая бы предотвратила заражение туберкулезом, невозможна. Но есть вакцина БЦЖ, это бацилла кальметогерена, авирулентная микобактерия, которая не может вызвать заболевание. Она предохраняет ребенка от генерализованных форм туберкулеза, то есть от туберкулезного менингита и милярного туберкулеза, которые особо опасны для детей первого года жизни, потому что зачастую заканчиваются летальным исходом. Такая эта прививка делается на 3-5 день жизни в роддоме детям, которые достигли массы тела 2 кг. То есть если ребеночек родился с массой тела 2 кг и выше, мы можем делать ему БЦЖ. Это живая вакцина. В ней содержатся живые ослабленные микобактерии, которые не способны вызвать заболевание. Но они дают очень специфическую картину. Вместе введения БЦЖ через некоторое время формируется такой как припухлость, потом гнойничок, заполненный таким специфическим гноем в виде творожка, который через время вскрывается и образуется корочка и затем рубчик. Ранее БЦЖ вводилось 3 раза детям в роддоме в 7 лет и в 14 лет. В последнее время были проведены масштабные исследования, и ВОЗ отказалась от ревакцинации БЦЖ как неэффективной. То есть повышение эффективности при повторном введении БЦЖ не происходит. Человек все равно может инфицироваться туберкулезом, может ним переболеть, но генерализованных форм, то есть форм с повышенной летальностью, у такого человека не будет, если он хотя бы даже однократно привит БЦЖ. Поэтому для детей естественным, единственным способом профилактики является вакцинация БЦЖ в роддоме. Ее не стоит бояться, это очень важная и нужная штука. Для взрослых инфекционный контроль в настоящее время подразумевает проветривание и этикет кашля. То есть так как мы редко находимся, если это не семейный и профессиональный контакт, если мы находимся на открытом пространстве с пациентом бациловыделителем, как правило, нам ничего не угрожает. То есть недостаточно времени мы проводим вместе, и микобактерия погибает под прямыми солнечными лучами, поэтому на улице риск заражения минимальный. А вот в помещениях, где находится бациловыделитель, это проветривание, это кварцевание, как правило, экранированными кварцевыми лампами, и этикет кашля. Человек, который кашляет, он должен помнить, что обязательно у него должны быть средства индивидуальной защиты, ну и кашель. Мы кашляем в локоть, не в руку, не в окружающую среду, а в сгиб локтя. Это наиболее правильный путь, при котором отсутствует путь передачи окружающим.
Вот. Важно помнить, что если человек знает, что у него есть туберкулез, то некоторое время, пока он находится, пока он только начал лечение и может представлять опасность для окружающих, ему необходимо избегать скопления людей. То есть ограничить передвижение в общественном транспорте, посещение выставок, театра, кино, то есть каких-то мест массового скопления людей. Ну и, собственно, все. В современном подходе к инфекционному контролю уже не нужно обрабатывать поверхности, потому что то, о чем я говорила, за счет феномена адгезии микобактерия, которая упала на поверхность даже в состав вот этой микровзвеси, микрокапельки, она уже не может никого заразить, никого инфицировать. Поэтому обработка посуды, личные вещи в какой-то специальной обработке не нуждаются. Только этикет кашля, проветривание и в специализированных учреждениях это кварцевание. Также в противотуберкулезных учреждениях, это стационары, это амбулатории, где лечатся пациенты, больные туберкулезом, разделяются потоки, то есть пациенты, которые болеют чувствительной формой туберкулеза, они находятся отдельно от пациентов с устойчивыми формами для того, чтобы не было перекрестного инфицирования. Также диагностические пациенты, которым еще не установлен этот диагноз, есть только подозрение, для них существует отдельный вход, отдельное помещение, там, где они не пересекаются, собственно, пациентами уже тубслужбы. Вот. В быту, кроме этикета кашля, как такового особой защиты не требуется.